Всем привет! В этом видео я покажу, как накрутить очень-очень и очень много лайков ВКонтакте. Так, поехали! Так, для этого нам понадобится такой сервис, который называется VKMix. Описание вы увидите сейчас, если перейдете в описание видео, я там оставлю ссылочку. Так, регистрация здесь очень простая. Придумайте свой логин, пароль, будете email, капчу и регистрация. То есть, ну, так как я уже зарегистрирован, я сейчас просто войду. Так. Входим на сайт. Так, в чем принцип? Те, кто видели остальные мои видео, уже, в принципе, понимают, да, в чем суть таких сервисов. То есть, вы выполняете задание, получаете за это вот баллы, и за эти баллы накручиваете себе лайки, подписчиков можно здесь накручивать, опросы, комментарии и так далее, то есть все что угодно. Также накручивается это все не только ВКонтакте, а в Инстаграме, Ютубе и Твиттере. То есть, чтобы заработать побольше баллов, вам нужно авторизоваться в этих всех четырех соцсетях. Выполняет задание. Также здесь есть такое большое преимущество, как онлайн-бот. Так, бот. Он действует во всех четырех аккаунтах. То есть вы нажимаете выполнить действие, и этот онлайн-бот сам выполняет вам задание, получая баллы. И, в принципе, он то есть не всегда бесплатный. Некоторое время он только работает на вас бесплатно, а так он, в принципе, платный. Так, давайте сразу же покажу вам, как можно добавить задание, то есть как накрутить лайки. То есть, если вы уже заработали, допустим, вот я, у меня уже 550 баллов есть, да? Ну, попробуем сейчас накрутить лайки. Нажимаем «Новое задание», выбираем социальную сеть, сюда ВКонтакте. Выбираем, здесь есть списочек, все, что здесь можно накрутить. Давайте «Мне нравится», то есть лайки. Нажимаем. Так, вставляем ссылочку. Ну, допустим, давайте возьмем вот эту вот запись на стене. 24 лайка. Так, копируем ссылочку. Вставляем. Хорошо. Стоимость, да, вот видите, у нас выкинула запись на стене. 24 лайка. Стоимость за выполнение, то есть чем выше вы поставите, тем быстрее будет идти накрутка. Ну, в принципе, здесь можно от 1 до 3 баллов поставить, но мы поставим пусть 2, то есть чтобы сразу было вам наглядно показано. И количество отметок «мне нравится». Ну, давайте выберем 10, допустим, 10. Так, хорошо. У нас списывается 22 балла, это с учетом 10% комиссии. Нажимаем «Создать задание». Так, ждем. Есть, вот уведомление получили, то что списано с баланса 22 балла. Так, ну давайте. В принципе, скоро здесь должна быть хорошая. Давайте обновим страничку, посмотрим. Так, вот, мы уже даже получили не 10 лайков, а 13. Так, ну давайте проверим это. Обновляем страничку ВКонтакте. Так, и вот у нас 39 лайков, было 24. Ну, в принципе, неплохо, да? Ну, если понравился мой видеоурок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!